Сейчас проводится интенсивная терапия преждевременно родившемуся мальчику с весом 1 600 кг, сроки беременности 30 недель. Воздушная тревога объявлена на улице, но наши реаниматологи работают. Необходимо интубировать ребенка и обеспечить адекватную вентиляцию легких. И, кроме того, ввести препарат, который ускорит созревание легких для того, чтобы дать шанс выжить этому ребенку. Шея промежности, все, быстрее. Остановить крупные сосуды, блядь, не спускайтесь. Близ, туда, блядь, ближе. Как бы? Сюда ближе. Хорошо. Все, вперед. Не знаю, зачем я понял. Тут на улице сирена, воздушная тревога, а у нас роды не закончены. Дмитрий Николаевич, сколько времени вам нужно, чтобы ушить крупные сосуды? А сейчас мы быстро уже заканчиваем. Так, малыш, все хорошо, мы с тобой. Хорошо? Мы с тобой. Все будет нормально. А вот наши героини, мамочки. Так, а ну-ка рассказывайте, какой вес у нас? Мальчик 2750, девочка 3. О, какие большие взрослые дети. Да. Так, а тут у нас что? Тут у нас ребеночек капается. Так, и что у нас, какой вес тут? Какой комнаты? Кило 790. Ого, кило 790. Вот у нас бомбоубежище, работает КВС, и мониторы, и... Видите, шприц-насос вводится, инфузия лекарственная продолжается у нас в бомбоубежище. Вот, а вот у нас еще мамочка. Здесь у нас кто? Что за герой? Артемка. Артемка. Артемчик, какой вес у нас? 300. 300, ну, совсем гигант для этой палаты, да? Так, а ты что, малыш, такой? Сидит. А, он еще только готовится к роду. Хорошо. Вот. Камины включены. Спасибо. Видите? Масляные. Да. Безопасные. Вон подают. Вот. Идем дальше. Обход делаем. Папы у нас тут. Мама отдыхает. Вот укладочки. Вот есть укладочки. Здесь у нас операционная, вот операционный стол, вот тут все у нас, кислородный концентратор, вот у нас аппарат дыхательный, дрегер, помощь из Регенсбурга, а здесь у нас рахмановская кровать, вот и тоже с лампами. Вот запасы медикаментов. Вот все у нас тут. И персонал поднимает настроение нашим девочкам украинскими песнями. Вот у нас пивунья главная. Не только пивунья, еще и танцунья главная. Она же заведующая отделением. И на шеї не доспала, і водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і у шлих вишивали на щастя давала. Поговорим. Мы же мамы на счастье на горе.